На совещании в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашии утвердили перечень дорог, задействованных при строительстве М-12 для восстановления. После завершения строительства высокоскоростной трассы М-12 177 километров дорог потребуют восстановления. Из них региональных 135, местных 42. Это участки автодорог регионального значения Сура, Чебоксары, Сурская, Аниш и другие. Местного значения Чебоксары, Сурская, Красный Октябрь, Красный Отмал, Кожевенная, Гарт и другие. Восстановлению подлежит подъездная автодорога к заводу «Биопрак», а также часть уличной дорожной сети города Канаш. На начальном этапе в апреле месяце генподрядчики провели диагностику этих дорог, определили, в каком состоянии эти дороги находятся. И то есть в 2024 году, когда закончится строительство, эти же генподрядчики должны восстановить дорогу до такого состояния, в котором они ее как бы взяли. Где эта дорога будет проходить рядом с населенным пунктом, там предусмотрены шумозащитные краны. Что касается перехода животных через данную дорогу, тоже предусматриваются экодуки или зверопроходы.